Одессы, Николаева, Сумы, Киева срочно покинуть города. Куда? Куда угодно. Хорошо. Просто бегите. Бігіть. Російський диктатор Путін просто з останніх сил продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією та Заходом, переписуючи папірці та обіцяючи всім ядерний апокаліпсис. І буквально наступного дня пропагандисти висміюють ці потуги, говорячи, що ядерних ударів не бояться навіть у Києві, чудово розуміючи, що це просто блеф. Києву не приходит в голову, що перший удар получит, собственно, само киевское начальство. А здесь неоднократно. Вряд ли ракета пролетит мимо Украины и пойдет искать сразу туда. Нет, но речь в доктрине идет на самом деле о том, что ракета пойдет искать туда. Что-то. Ну, я не так понял. Ну, ты сам вот сейчас вот задал ну, кому-то. Потому да. что по Украине-то невелика проблема. Но то есть они там рассчитывают проскочить, я правильно понимаю, если уж так совсем по-дворовому, по-простому? Нет, Киев. Они надеются вовлечь и стать авангардом общей коалиции против... Не, Ваня, я так понимаю, да. спрашивает не то, что они в случае там этой провокации, они рассчитывают умрут проскочить. Героями да. и попадут в Волгалу. Фу, прости, Господи. А то, что ничего не будет. Адже ядерний шантаж – це єдиний інструмент, який зараз має Росія для залякування світу. І він точно не спрацює. Але вже в іншій студії кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова продовжують згущати барви і розказувати про міць їх ядерних ракет. Достанется тем, которые их защищают. Они, во-первых, думают, что ничего не будет, а во-вторых, они думают, что ничего не будет вообще. То есть ядерный удар, да и вообще никакой удар нанесен не будет. Давайте. Загалом РФ використовує ядерний шантаж, оскільки просто вже не працюють традиційні пропаганда і погрози, а також гаряча фаза війни. А ще погрози ядерною зброєю Росії є частиною зусиль Кремля, спрямованих на самостримування Заходу, а не є показником готовності Росії справді застосувати ядерну зброю. Ми вже побачили справжній стан речей. Після невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» за класифікацією НАТО «Сатан-2», Росія на довгий час опиниться просто без технічно готової важкої ракети. І ось рівень чергової російської військової експертизи. Хадарьонок, який вижив з розуму, пропонує завдавати ракетних ударів по Великобританії. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, нанес удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮКА, который занимается производством ракет Storm Shadow. Это, если мне не изменяет память, Бристоль, это Стивенш и это Болтон. Это вот где производственные площадки находятся концерны БДА. В этих целях я привлек бы, например, 11-ю и 24-ю дивизию атомных подводных лодок Северного флота, 201-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию. Удар бы нанес ночью, чтобы избежать, ну, минимизировать жертвы среди гражданского персонала этих предприятий. И снес бы эти производственные площадки, ну, до уровня земли, к примеру. Ну, раз вы так стремитесь нанести удары по нашей территории, то за все в этом мире придется платить. Ну, естественно, что могло бы быть после этого удара? Ну, в плане гипотетических рассуждений. Например, ну, сразу же... Нет, этот удар должен быть непременно ночью. Почему ночью, я сейчас объясню. Утром там заседание, совещание, как же так? Мы стали жертвой агрессии, нам надо немедленно ответить, надо задействовать статью 5 устава НАТО, надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. В этом случае для начала напомню, что ну, в вооруженных силах Российской Федерации есть система стратегических действий, есть формы и способы применения вооруженных сил. И там есть такой раздел, он называется «Демонстрационные действия». Что подразумевает под собой демонстрационные действия? Это, во-первых, пуски, одиночные пуски межконтинентальных баллистических ракет с обычными или ядерными боевыми частями. Это демонстрационные ядерные удары по пустынным районам Мирового океана и незаселенным участкам суши.
Это, наконец, ядерные взрывы, высотные ядерные взрывы малой мощности уже непосредственно на территории противника. Но, опять-таки, предупреждение, минимизировать ущерб, чтобы его вообще на данном этапе не було, ну просто предупредити. Як завжди бував в таких випадках, маразматик, який називається експертом, повністю ігнорує реальність і міркує так, ніби Росія є єдиною у світі ядерною державою і має якусь суперзброю, якої більше ні в кого немає. І поэтому, як вони тільки почнуть засідати, щоб дискусія була направлена в нужне русло, демонстраційний ядерний удар или, например, в северной части, опять-таки, прошу прощения за тавтологию, Северного моря, или в районах Атлантического океана, непосредственно прилегающих к территории Британских островов. Ну, чтоб все видели эту вспышку, все население Великобритании, политики и военные, и пришли к выводу, а не слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами? Вот. Реальність така, що ніяка Британія не буде спокійно спостерігати за тим, як у її бік вилітають російські ракети, а миттєво завдасть удару у відповідь ще на стадії підготовки ядерного удару до РФ. Як із цим ударом впорається російське ППО, чудово видно на прикладі нещодавно знищених обломками арсеналів зброї. Тому не буде жодної демонстрації сили, а буде тільки ось такі лякалки. У нас идет сейчас война на наших информационных территориях, плюс на наших русских землях. Владимир Владимирович, мы-то с вами понимаем, что нам и Одесса в НАТО точно не нужна, и Харьков в НАТО, и базы НАТО на наших границах. А за этим есть места для нас святые. Париж. Да. Извините. Новый Париж. Париж. Бистро-то откуда? Где стоял русский казак, должно быть наше. Вот у нас генерал-лейтенант Грулев сколько в Германии служил. Его тоже тянет на родные места. Ну, тогда сказать, вспомните, что я в Нидерландах, работал. Вот, да. На Гаахщині. Да. Взагалі непогано було б ось цих провокаторів, які закликають до ядерної війни, одразу прибирати як небезпечних суб'єктів. Да, я би советовал жителям Харкова, Одеси, Николаєва, Суми, Києва срочно покинуть города. Куда? Куда угодно. Хорошо. Просто бегите. Бегите. Пока у вас есть такая возможность. Бегите. Да, спасибо. Не можете снести на Банковий, тогда бегите из ваших домов. А ось Олічки Скабєєвій не дуже сподобалась заява президента Польщі Анджея Дуди, який заявив, що хто перший застосує ядерну зброю, той буде проклятий. Ну і велика Польща, которая в качестве наказания для Российской Федерации в случае применения ядерного оружия устами Дуды обещает проклясть нас. Смотрите. Владимир Путин прекрасно понимает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят. Они это знают, и поэтому до сих пор его не применили. Они никогда не смогут избежать ответственности, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда их не простит. Если есть желание кого-то проклясть, наказать, еще раз обращаюсь к Анджею Дуде, это Соединенные Штаты Америки. Первая страна, которая в действительности применила и ядерное оружие. И по части проклятия, естественно, совпадение, не намекаю вообще ни на что. Но по возвращению из Нью-Йорка самолет Дуды не смог приземлиться с первой попытки. Был вынужден уйти на второй круг. Рассуждали даже на тему того, что самолет оказался на грани авиакатастрофы. Ввиду того, что на взлетную полосу рухнула птица, на полосу за птицей вышел орнитолог, и в этот момент самолет уже заходил на посадку, был вынужден развернуться. Ну, это про проклятие. Чуть-чуть. А ще ось у кремлівського блазня Соловйова виникло запитання до, як він каже, китайських друзів. Послухайте. І у мене вопрос к нашим китайським товаришам. Ви хочете, щоб китайський мирний план серйозно розглядався українською стороною? У вас є елементарний механізм, як заставити Україну вас дуже внимательно слухати. Прекратіть поставки FPV, квадрокоптерів і комплектуючих беспилотным летательным аппаратом с территории Китая на территорию Украины и смежных стран. И все. Вы прекрасно знаете все схемы, через которые они могут пытаться затянуть это все на Украину. Прекратите. Если вы скажете, что это приведет к большим бизнес-потерям, что-то мне подсказывает, что частный российский бизнес легко компенсирует вам все эти потери, скупив на корню производство, скажем, на ближайшие 3-4 года.
каким бы ужасным оно ни будет. Я думаю, что в крайнем случае можем пожертвовать вот флот яхт. Вот взять и отдать. А на эти деньги вот взять и закупить несколькогодичное производство. Там есть очень дорогие яхты, уже коллекционные, не все же арестовано. И что-то мне подсказывает, что как только, а мы же понимаем, что почти все, что летит с территории Украины в том или ином виде, ну, так устроен мир, имеет некоторые комплектующие, произведенные в Китае, это моментально заставит нацистов тысячу раз подумать. И вежливо, кстати, задать вопрос Зеленскому. Ти головою думаєш, безумець? Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть коментар. Для мене це дуже важливо. І до наступного випуску.